Видеть вот такие переполненные мусорные контейнеры для жителей микрорайона Кольное уже стало привычным делом. Причину этого местные жители не понимают. Местные жители утверждают, что нынешняя плачевная ситуация с вывозом мусора из их дворов сложилась в конце января. По их словам, уборочные машины появляются здесь редко и нерегулярно. В итоге мусор валяется прямо на контейнерной площадке, совсем недалеко от площадки детской. Что стало безобразием, у них раньше вывозили регулярно. Вот, ну, сколько по времени вот такая ситуация? Ну, после Нового года, наверное. Да, ну где-то с месяц, да. Машины приезжают просто ужасные. Все то и дело рассыпаются на ходу. Вот. Ну, не знаю, конечно, с чем это связано. Предположить. Но мусор не вывозится. Жильцы утверждают, занимается вывозом мусора из дворов в Кольном фирма ЗАО «Рязань Экосервис». Со слов работника местного ТСЖ, водители мусоровозов из обслуживающей организации недавно признались, что в последнее время им задерживают заработную плату. Из-за этого вроде бы в Рязань-экосервисе банально не хватает работников. Кстати, в начале декабря прошлого года на этом предприятии прошла даже забастовка рабочих. И тогда причиной невыходов на рейсы была как раз задержка зарплаты. Страдают из-за внутреннего конфликта в Рязань-экосервисе, ясное дело, простые жители Кольного. Они уже подумывают о смене обслуживающей организации.